Так, выходим на просторы нашего залива. Ага. Сегодня попробуем половить бычка-мартовика. Как это, удачно будет или нет, не знаем. Ага, так. На таране сидят он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В красном сидят, да. Ну, мы на таране не пойдем. Попробуем поймать бычка. Ага. Он и Виктор Яковлевич пробирается. Ну, с Богом, как говорится. Ну что вы, Виктор Яковлевич, скажете? Сегодня будет удачная рыбалка. Будет, конечно. Ты бачишь, что палки эти торчат или нет? Ну, он далеко вижу, высокая. А тут по прямой. Он вижу там, да, вот, по прямой. Есть палка, оно. Да. Все, пошли. Ничего себе тут нагребло, а когда это нагребло? Вроде бы же не было. Здесь, блин, че я внимания не обращал. А видишь, на таране сколько людей сидит в красном. И вон палка, дальше я вижу одна. Первая лунка и два бычка у нас есть. Опа! А ну давай, сделай красивый. Я ж не знаю, коли... О! Красавчики! Крупненький. Крупный. Ну, резать, ну куда я? Меньше попадется. Там у меня там есть не крупный, сейчас его порежем, походу. Будем ловить на мясо. Они каннибализмом занимаются, бычки эти, так что сейчас сделаем. Так, да, вот этого пустим на мясо.
Да вот тоже. Во. Вот так вот надо ловить рыбу. Попался. Все, все, я. Я снял. Ну ты ж бачишь, там, блин, продолбашили, блин. Півкілометра, блин. Типа жопой давил, блин. Бычара. Закат. О. На белые рыбы уже все уходят, получается. Собираются. Массово потом так все что-то вскочило и уходят. Пакинистов зацепишь. А они что-то там не играют сейчас. Стоять. Да. Непредсказуема рыба. Ну, як летом дрючиш його, блин, з лодки. Так само і тут. Ніколи не знаєш, коли включить камеру, що він буде клювати, от єлки-палки. Це така вся риба. Ти сука, давай я камеру включу, блин. Хитра рыба, короче. Так, солнце зашло. И клевчик бычка-мартовика прекратился. Только набрели нормально. Искали, искали. Все твои, да? Да. Да, это сиша злая. Смотаку рыбку. Плохо, плохо сегодня. Прошлись аж туда. Поздно пришли бы. Пока солнышко было. Рыбка ловилась. Так. Пора домой.